Вот, специально видос для Насти, чтобы не скучала. Фарид, передай привет. Саша, не, передай Настя, привет Насте. Настя может там из возврата выложить уже человека почти. Она давно хотела услышать голос Саши, никогда до нее дозвониться не могла. Я ей сегодня тоже звонила, кстати. А, дозвонилась? Нет. А, ну вот, судьба. Теперь услышала голос Саши. Че там Фарид говорил? Я говорю, может, и надувного Карла туда отправить? Чтобы не скучно было. Да, ты че? Если спускать будет сзади там чпол. У тебя есть, что ли, этот надувной Карл? Да хуйня найти его на Авито. Понятно. Ну вот, чтобы не скучно было, сейчас видос отправлю. Из презиков можно. Что ты говорил, можно по ссылке расфасовать? Можно, нет, сложить. А, из коробок поставить. Человечка сделать, да. Что ли? Глазки подрисовать, и это будет Тизио, или как там, невидимый друг? Не знаю, у меня таких не было. Понятно. Вот такие вот дела.